Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Hyundai Santa Fe. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Задняя арка у нас готова. Показываю, что у нас получилось. Видите, максимально все обработано. Наносим данный полимер с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все посохнет, чтобы собрать. Но пока ждем, мы клеим штатные подкрылки в подарок таким вот шумовибропоглотителем. Он двухкомпонентный, видите, черный это у нас вибропоглотитель, серый это у нас шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Видите, слева от меня голый, так звенит, справа обработан. То есть сами можете услышать до обработки, после обработки. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!